В понедельник, 23 декабря, воспитанники хореографического отделения сделали рождественский подарок для своих пап и мам. Показали почти часовой концерт со своими лучшими танцами. Конечно, за своих воспитанников переживали и преподаватели, ведь танцы, показанные на сцене, это и отчет их работы. Пожалуй, одним из лучших номеров в концертной программе было выступление солистов образцового хореографического коллектива «Славутич» школьной Екатерины и Евтушенко Дмитрия. Их танец подтвердил высказывание одного великого танцора, что пара – это своеобразное живописное полотно, которое движется по танцевальной площадке. И, конечно, были на концерте и третьеклассники, которые начинают познавать сложности движения под музыку. Замечательно смотрелись и «Звездочки ДШИ», дуэт Давида Баратова и Ростислава Максименко в окружении хореографического ансамбля «Арабеск». Очень выразительной была солистка образцового хореографического ансамбля «Славутич» Александра Лобода. Номер назывался «Наедине с собой». Она танцевала на сцене и создавалось впечатление, что есть только музыка и она, и никого в зале. Концерт прошел под бурные овации, а значит, воспитанникам хореографического отделения удалось сделать хороший подарок для зрителей.